Смотри меня в Ютубе. Смотри меня в Ютубе. Смотри меня в Ютубе. Смотри меня. Смотри меня. Смотри меня в Ютубе. Иногда всем нам становится скучно и грустно, но вы всегда должны помнить, что есть такое прекрасное место, куда вы всегда можете зайти и забыть о всех своих проблемах. И это замечательное место называется YouTube. Если вам вдруг стало сложно учиться или работать, у вас рядом нет друзей, то вам всегда поможем мы, видеоблогеры. Смотри меня в YouTube. Смотри меня в Ютубе. Смотри меня в Ютубе. Смотри меня. Смотри меня. Смотри меня в Ютубе. Собор разделяет эти города. Ты меня не увидишь. А я тебя никогда в самолете тут едет поезда. У тебя по щеке потекла слеза чекера. Ты не скажешь больше вау, рука к руке. И тепло тут сердце дарит тебе, и тебе, и тебе. И одну крутится в голове. Смотри меня в Ютубе. Смотри меня в Ютубе. Смотри меня в Ютубе. Смотри меня. Смотри меня. Смотри меня в Ютубе. Смотри меня в Ютубе. Смотри меня. Смотри меня. Смотри меня в Ютубе. Всем большой привет, ребята, и меня зовут Лена. И вы только что посмотрели мой клип на 4-летие моего канала. Надеюсь, тебе он понравился, и ты поставишь ему пальчик вверх. И также подпишешься на мой канал, если ты все еще не подписался. А я очень старалась над этим клипом. Я его монтировала примерно 10 часов, но не то, что сидела и монтировала без остановки. Если сложить все время, которое я его монтировала, получается около 10 часов. Поэтому мне будет очень безумно благодарна, если вы это оцените. Покажите этот клип друзьям, хоть и он и не на мою песню, но я думаю, это не мешает тому, чтобы вам сделать приятно, так как этот клип сделан специально для вас. Снимала я его около 3 дней, и это очень долго было. И я не профессиональный постановщик, режиссер, танцор, певец и так далее. Весь этот клип я делала самостоятельно, мне никто не помогал. И я могла бы спеть как-то в своем стиле, но я этого не сделала, потому что когда я записывала песню, то это получилось почему-то плохо. Ну, возможно, это из-за того, что когда ты записываешь свой голос, то он тебе не нравится на камере. И я это делала, кстати, все не на профессиональную аппаратуру, поэтому моя аппаратура все это делала не очень, поэтому я решила, так сказать, не выпендриваться и спеть просто как обычно, ну, то есть никак не в своем стиле. Надеюсь, вам понравился мой клип, ведь я очень сильно над ним старалась, просто очень сильно старалась. И да, спасибо вам большое, что вы со мной, что некоторые мне пишут, что вы с 10 подписчиков со мной. Мне безумно приятно, что все 4 года кто-то со мной, кто-то 3 года со мной, кто-то 2, кто-то 1, кто-то несколько месяцев со мной. Мне это безумно приятно, поэтому я надеюсь, что у нас с каждым днем будет становиться все больше и больше.
В любом случае, я могу сказать только одно, что я вас безумно сильно люблю. Оставайтесь вместе со мной. Я буду продолжать вас радовать своими новыми видео. И вот YouTube стал частью моей жизни за все эти 4 года. Кто бы мне что-либо не говорил, что у тебя не получается, что у тебя ужасные видео, что ты это бросишь, что я не останавливалась на протяжении этих 4 лет, что советую делать и вам, так как никогда не останавливайтесь на том, что вы делаете, потому что, возможно, это приведет к какому-то большому результату. Ну, не приведет через 1 год, через 2, через 3, через 4, но переведет через 5 лет. Поэтому YouTube стал моей частью жизни, стал для меня чем-то большим, хорошим, добрым и светлым. А также это тоже касается переписки письмами. На этом было все, весь мой клип. Не забывайте ставить Лукас. Обязательно, обязательно, обязательно. И, пожалуйста, не судите клип строго, потому что я все-таки снимала что-то подобное первый раз, монтировала первый раз что-то подобное. Я очень сильно старалась. И да. Пока.